Парни, привет. Шел я тут по улице и мимо одного автомобиля прохожу, и глаз упал на одну деталь. И вот у меня возник вопрос к специалистам в области автомобильной индустрии. Что это такое вообще? Реально, мой мозг, к сожалению, не может придумать, для чего это нужно. Пожаротушение или подушка безопасности. Блин, вообще без понятия. И почему эта хрень такая ржавая? Вот. Если есть у кого-то какие-то версии, пишите там в комментариях. Спасибо.